Так, телефоны. Где телефоны все? А где работаете? Работаю на рынке овощном, занимаюсь овощами. А частный предприниматель? Да, получается так. Левым боком повернись ко мне. Нет, боком. Да? Угу. Правым. Лицом ко мне. Оружие еще у вас нашли, пистолет. Там травматическое с разрешением. Ваше, да? Да, мой один. Ранее судим? Нет. За что тебя задержали сотрудники полиции? Не знаю. Криминальным чем занимаешься? Нет, конечно. Перевозка денег? Нет. Обналичивание? К административной ответственности привлекался? Нет. В Москве давно находишься? Где-то полгода. Работаешь здесь? Не работаю. А живешь на что? Где деньги берешь? Из дома отправляют. Чего? Из дома отправляют. А оружие у тебя здесь? Это травматическое, с разрешением. Для какой цели у тебя? Просто как для всех, для самообороны. Так, денежными средствами. Так, как пояснить происхождение данных денег, с какой целью они у вас тут лежат? Они были разменены для нотариусов на почту. Какую почту? Ну, по почте. Нет, нет. Ноутбук ваш? Да, рабочий. Вы же отправляете. Естественно.
почти.